Всем привет, друзья! Это Казань, столица Татарстана. Отличный вид на самое, наверное, благоприятное время для этого города, куда в последние годы регулярно приезжают множество туристов. И нападающий Руслан Опеков. Главный тренер команды Алексей Герасименко. 17 лет, очень мало историй в интернете про него, как у него сложилась карьера. Продолжается атака, удар по воротам! И вот первый, наверное, голевой момент. И случился он у ворот краснодарцев. Опасная атака краснодарцев правым флангом. Можно простреливать навес на дальнюю штангу. И отбиваются хабаровчане. Падение Руслана Опеков и потерял мяч. Ох, а вот это какое-то непонятное действие изобразил чужой штрафной. Это момент. Можно открывать счет. Удар по воротам. Два сумасшедших сейва сотворил Владимир Сугробов. Продолжается атака Краснодара. Еще удар будет? Нет, нужно подниматься. Это не пенальти. Да, вот это момент. Во-первых, отмечу просто катастрофическую потерю мяча от Алексея Орлова, вышедшего на замену. Я любителей цифр. В 6 матчах подряд до этой встречи в играх с Кахабаровск было нечетное количество голов. Боровчане, хозяева, продолжим их так называть, остаются в меньшинстве в середине второго тайма. Есть преимущество игровое по владению мячом. Уа, это что было? Такая ошибка может наказывать Краснодар и моментально это делает. Да, но такие ошибки на таком уровне от Дениса Фомина должны быть наказаны забитым мячом. Здесь совершенно без обид, потому что, ну, играя в меньшинстве, зачем так рисковать? А я вот прошелся недавно совсем по Владиславу Самко каточком таким. Сейчас прозвучит финальный свисток. Да, заканчивается очередной матч для СКА Хабаровск поражением. Сегодня они были на правах хозяев в Казани.